Всем привет, ребята! С вами Братуха, и это игра Warrobots. Сейчас я вам покажу, как благодаря вот этой маленькой коробочке, геймпаду, подключаться по Bluetooth к планшету или к телефону. И также еще можно подключаться через проводок, вот, через USB. В общем, такая штучка на AliExpress я покупал за 1000, где-то там 100 рублей. Да, вот она сейчас примерно стоит 1100 рублей с джойстиком, вернее, с клавиатурой, с маленькой такой, не с большой, вот такой вот игровой, а с маленькой. Стоит 2278. Вот, 2272. В общем, как играть в игру на клавиатуре в нашей любимой игре Warrobots? Давайте разблокируем наш планшет. Планшет у нас сейчас в роли обзора Xiaomi Mi 5 Pad. Вот, и он будет у нас в этом варианте теста. В общем, вот эту маленькую коробочку подключаем к сети. Любой там блок питания, ну, 5-вольтовый АПН, да? И загораются всякие разные лампочки, там, индикаторы, туда-сюда, короче. Это все отвечается там. В геймпаде можно разобраться. Написано он геймпад PUBG Mobile, но можно играть и в другие разные игры. В общем, здесь у нас держалка, сюда можно поставить телефон, планшет сюда не ставится, его перевешивает, ибо планшет тяжелый. Планшет у меня стоит на стандартной подставке. В общем, что получается? Получается, что сюда можно подключить через проводок планшет или по Bluetooth. Соответственно, для того, чтобы у нас надо подключить Bluetooth. Вот уже у меня пишет подключено. Можно отключить, можно подключить. Также еще в настройках. Это чат-рулетка. Так, настройки. Вопрос. Где у братухи настройки? Тарам-пам-пам. Вот они, на главной. Значит, в настройках по Bluetooth оно видится как 0.19. Ну, может, у каждого по-разному. Программа, которая нужна для работы с... О, видите, даже мою подставку, даже планшет не выдерживает. В общем, да, что-то прямо жестко. Программа для работы с ней нужна вот такая. Сейчас покажу. На рабочем столе... А, вот она. Shooting Plug V3. В общем, у меня уже все установлено. Она вот таким образом делается. Устройство пишет, что уже подключено. Прямой режим. Здесь игры, которые уже поддерживаются, присесты, то есть игровые кнопки, которые настроены в этой программе. Warrobots есть, то есть нажимаем на игру, здесь редактировать имя, редактировать присест, скачать присест и так далее. Все это можно разобраться. Добавить новый присест и так далее. Там. То есть я запускаю игру Warrobots, и у меня уже там все к ней подключено. Переходим к игре Warrobots. Ай, батарея 20%. Вот это, конечно, любовь-морковь. Ну, попробуем тогда поставить на зарядку еще. Смотрите. Очень, кстати, удобно, если вы по Bluetooth играете, у вас есть вариант не подключать ее через провод и поставить на зарядку то устройство, которое вы играете. Это один из плюсов работы по Bluetooth. Включаем игру Warrobots, и здесь у нас коробочка. В коробочке у нас здесь, ну, вы это понимаете, да? Здесь бочина у нас для сети. Здесь сбоку у нас подключение через провод, а здесь у нас нарисовано для особо одаренных клавиатура и мышка. Соответственно, я отключаю свою мышку, подключаю сюда. Ты подключил, да? Да, подключил. Так, и отключаю, конечно же, свою клавиатуру. И тоже подключаю сюда. Прям подключил. Вывести их можно, ну, провода в любую сторону, так-то у меня вообще какая-то жопа, геморрой, да? Блин. В общем, провода. Она по Bluetooth хорошо соединяется там на расстоянии там, 20-30 сантиметров, вообще никакой просадки нету. Вот, главное освободить клавиатуру. Вот у меня здесь клавиатура. Могу для вас показать. Ну, если сами играете, все удобно можно сделать. Тут маленькую клавиатурку, тут маленькую мышку. И вот, посмотрите, видите? На камеру. Все работает. Вот она. Система ниппель. Робот поворачивается. Есть еще дополнительные кнопки, присесты, которые вы можете включать и настраивать. Настраивайте их, вот я точно не помню где. Вот где-то их тоже. Буква должна быть где-то в V быть. Но я вот точно не помню, где эта буква V. И попробуем тогда включить ее через этот. Так.
связанные игры, удалить, скачать, редактировать имя, редактировать присест. Окей, трон, и зашли в игру, у нас здесь, видите, отображаются выбрать новый, там, сохранить близко и так далее. То есть, что означает пробел, буква Е, правая мышка, левый стик и так далее. Вот здесь все, ребята, указано. То есть, вы можете выбрать, новый сделать, потом сохранить. Нажимаете «Сохранить», «Сохранить присест в приложении», «Окей», все, кнопочки исчезаются, все опять настроено. Выбирать роботов можете любыми там способами, но я вот почему-то вот кликаю. Ну, то есть вы можете выбрать кучу кнопок, чтобы у вас за все отвечало, то есть даже выбор ангара, чтобы у вас какая-то кнопка была, лидербордов какая-то кнопка. Но это, знаете, лишний геморрой, так как по мне, слишком много кнопок, можно заблудиться. В общем, зарядка у меня здесь идет, через программу Bluetooth я подключился к этому аппарату, программа, которую мы скачали, вот она, Shooting Plug V3, все работает, ребята, все прекрасно работает. Ну, а теперь надо сходить в бой. По сути, у нас какая-то идет инверсия, то ли инверсия, то ли что, непонятно. Надо зайти в частный бой и посмотреть. Создаем частный бой, начинаем. И в атаку. Так, вот робота выбирать можно вручную. Выбрал робота, не знаю, видно вам или нет. Я думаю, видно, да, даже очень хорошо. Правда, окно чуть-чуть отражается. Ну, вот теперь точно хорошо видно. Да, включилась почему-то инверсия. И не работают кнопки. Обалдеть. Ну, что-то не тот присед скачал. Сейчас решим этот вопрос. В общем, ребята, я разобрался, в чем прикол. Прикол в том, что я почикал. Видите, мышку поворачиваешь влево, а это поворачивает голову вправо. То есть, кнопки нарушены. То есть, ходьба у нас вот туда идет и так далее. А смотрите, в чем прикол, объясняю. Я, допер, короче, буквально за 30 секунд. Допер в том, что у нас кнопки перевернулись. Кнопки у нас... в общем, когда ты экран меняется, кнопки остаются на том же самом месте. Видите, все, теперь все работает чинно, благородно. Вот, пожалуйста, включаем, и можно двигаться. И можно стрелять, вот таким образом. Вот, настроив все кнопки абсолютно, все легко и просто. Как это все делается, можете посмотреть. Создаем частный бой, там выбираем какую-нибудь там карту, туда-сюда заходим, выбираем там что-то там, робота там туда-сюда, короче. Вот. И заходим в игру. Ой, в приложение. Заходим в приложение, выбираем роботов, например, да, и редактировать присест. Тут пишут бабах-бабах, все сначала. Пожалуйста, вот оно, редактирование присеста, то есть вы нажимаете какую-то кнопку на клавиатуре, она у вас здесь появляется, вот, например, Alt, появился Left Alt, и вы... Ай, да ёкарный ты бабай, блядь, что за хрень, а? И у вас, вот Space, например, да, вы нажали Space, у вас появился Space, вы его ставите на вот это вот. А если у вас кнопка не нужна, то, разумеется, ее на мусорку наводите, а потом просто нажимаете кнопку «Сохранить» в приложении, и все прекрасно, все работает. Вот, и давайте пойдем сходим в бой, выйти из боя. Сейчас я сделал звук потише. Вот, вы меня, возможно, там плохо слышите или что, я не знаю. Но я хочу наглядно показать, как это, именно эта коробка работает. Потому что я не дотрагиваюсь до этого экрана. Вот это у нас чисто зарядка. Я вам уже показал, смотрите, да? То есть это зарядка. Работает чисто вот эта коробочка. Вот эта коробочка работает. К ней подключены... через Bluetooth, и все. 900, и я на третьем месте. То есть, вот так, 389 тысяч серебра заработал. Можно включить, скачать расширенные настройки, вернее, высокие, 2 гига загрузить, тогда будет вообще красота, да, в бою. И попробую, ребята, еще записывать как-то вот экран, если я буду играть, как вам сказать, записывать... Вот, с помощью записи экрана, она вот здесь присутствует, пожалуйста, можно
стоять в любой момент. Вот такие настройки записи экрана, разрешение на выходе 2560 на 1600, 32 мегапикселя, там что-то, не знаю, там ориентация автоматическая, микрофон, источник звука, вот, и так далее, и тому подобное. То есть, по сути, можно записывать встроенную программу записи, я нашел, оказывается, у Xiaomi она практически везде есть. Вот, и на Black Shark, который сейчас запись ведет, и на планшете. В общем, здорово, я в восторге. Если у кого-то нет компьютера, да, вот, вы можете... О, я хотел мышкой на компьютере поводить, не получается. В общем, вы можете купить эту штуку за 1100 рублей, плюс еще маленькую клавиатуру за 1000, и мышку потом какую-то там за 200-300 рублей, и у вас будет телефон, там, планшет стоите. Я почему не играл? Потому что на телефоне экран вот такой маленький, и там играть неудобно, легче на компе, плюс еще стримы тоже с телефона неудобно заводить. И к тому же проблема в маленьких вот этих спецэффектах, в маленьких роботах и в больших спецэффектах. Вот на таком экране уже можно с клавиатурой играть. И также я еще думал подключить через провода карту захвата памяти, которую я когда-то купил, да? Вот, и почему-то она у меня, ну, здесь кривая, что-то, наверное, сломалось, потому что планшет вообще ни туда не передается на телефон, ой, на компьютер, а вот этот вот телефон, который с карты, не трогай, он сломан, с карты памяти, вот вернее, с видеозахвата карты, да, телефон просто выключается, и потом его надо перезагружать. Вот, то ли ее замкнуло, то ли что, в общем, надо новую покупать, она стоит, блин, 1000 рублей. И если хорошую брать с проводочком, чтобы вот такого, видите, не было такого кривого, вот, нужно с проводочком брать. То есть такая коробочка, и тут проводочка, и тут микро, ну, то есть USB. Ее повесил, и проводочек болтается, то есть не ломает. Вот здесь она ее сломала. Вот, так что вот, или может проводу хана. В общем, я не знаю, даже не знаю, как заморочиться, как проверить. Тоже подключаешь ее к планшету, и вуаля, вперед пошел. Видите, кнопку нажал, она сработала. Вот, так что, ребята, вот так вот с помощью вот этой штуки. Пожалуйста, с помощью вот этой штуковины. Клавиатура, мышка, сеть, и подключить ее можно напрямую. Вот, не через Bluetooth. Кстати, может, напрямую она не так будет жрать энергию от планшета или телефона, чем от Bluetooth. Тоже как вариант, потому что они соединены по Bluetooth. А давайте мы еще проверим, будут ли сохранены. Если мы Bluetooth отключим, просто вот сейчас возьмем и смотрите, отключаем Bluetooth на планшете, соответственно, все. То есть мы отключились от нее и не работает мышка. Давайте попробуем, будет ли у нас эксперимент проведем. Будет ли у нас работать напрямую? То есть вот он. Да? Вот я тяну за провод, все, видите, без всяких обманов. Подключаем. Идет зарядка туда-сюда. И оно даже вот походу не работает. Наверное, надо сопряжать ее. Сопряжать, блядь. Все-таки, наверное, по Bluetooth надо ее. Ай-яй-яй-яй-яй. То есть мыха не работает. Не-не-не, ребят, не работает. Значит, все-таки только через Bluetooth соединение идет. Вот смотрите, сейчас посмотрим, насколько быстро соединится. Дергаю мышку. Должна подключиться к этой коробочке. И, о, все, видите? Сколько там прошло? Секунд 10? Пожалуйста. В общем, да, напрямую она не будет соединяться. То есть я говорил это зря. Это чисто, наверное, как зарядное устройство используется. Вот, ну что ж, на этом все, господа. В конце, как обычно, братуха чихает. Подписывайтесь на канал, делитесь видеороликами, там туда-сюда, короче. Обязательно комментарий, лайк. Вот, найти эту штуку легко. Блин, даже не знаю, как вам. Называется геймпад, PUBG Mobile, там, Android, туда-сюда, короче, вот так вот как-то она называется. Вот, сейчас попробую отключить все это дело, хозяйство, и подключить уже к компьютеру. Прими. Так.
Все, подключили. Вот так она называется. Геймпад, PUBG Mobile, Android, PUBG Controller, да, Mobile. И вообще их большая такая разновидность. По-разному они называются. И уже с клавиатурой, вот с мышкой тут у нас разные они есть. Так вот, вот это, например, 2000 стоит, да. Смотрите, два косаря в AliExpress, правда, продается. Через Bluetooth коннектится на телефон, как тут написано, Mix Pro конвертер. Вот, идет на мышку и на клавиатуру, да. Вот так вот. Все, мобайл ставишь, телефон ставишь на подставку. И вуаля, пошел работать. Ну, здесь не нарисовано, что от сети. В общем, 2300 и с мышкой, походу, и комплект, да, мышка и клава, 2300. Вот, здесь 2100 тоже, мышка, клава, плюс подставка, наверное. А, это, наверное, другой цвет какой-то, да, что-то такое. Фиг его знает. Комбо, шмомбо, туда-сюда. А сама по себе, например, вот эта коробочка стоит 823 рубля. В общем, какая разница, да, что там за коробочки, их, я говорю еще раз, разновидные. Вот, так что всем, ребята, удачи, всем пока-пока. Пуп. Прекрасно шарит. Можно не Bluetooth, можно напрямую. По поводу, кстати, прямой вопрос. Будет ли он заряжать? Давайте проверим. Отключаем. Видим, зарядка не идет. Подключаем сюда напрямую. Тоже, смотрите, зарядка пошла. Но небольшая, скорее всего. Потому что блок питания, не знаю. Посмотрим. 30% упадет или нет. В общем, подключились мы, ну, и по Bluetooth тоже. Так, значит, зарядка от нее тоже, возможно, идет 30%. Посмотрим. Давайте сейчас самое главное, это сходить в бой. Пищ, на смерть. Режим превосходства. Качество у нас не Ultra HD, но все же, что есть, да? Вот, и мы с вами сейчас посмотрим, поиграем. Конечно, у вас идет отражение. Страшное, наверное, да, отражение. Вот так, наверное, будет лучше видно. Выбираем робота. Я играю наискось, не очень хорошо вижу. Мышка, клавиатура. Вот, и вперед. Звук я убрал, чтобы мне было хорошо слышно. Потому что тут 4 динамика, очень сильно кроет матом, просто жесть. Все прекрасно, смотрите, целишься, как на компе играешь. Только... четко все и красиво. Не лагает, как LD-плеер. Хотя я играл уже, и роботы жутко лагают. Хитрожопый. Надо уже как который, наверное, день собираюсь панчеры одеть. Вот. И никак не получается. Так, мышкой можно двигаться очень быстро. Здесь вы можете в настройках интерфейса сделать чувствительность экрана, можно сделать максимально, если у вас хромает, и тогда будете двигать мышкой, видите, куда быстрее. Также еще, ну и по цели уже вам будет трудно попасть, потому что вы чуть-чуть, ну, если привыкнете, может и будете попадать. Я, видите, не могу привыкнуть, то есть чуть-чуть калашматил, дотронулся и все, и жопа. В общем, настройку интерфейса валим до минимума, и тогда будет уже комфортно целиться в противника. Сзади у нас никого. Смотрим вперед, 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 ребята, вперед. Сам, видите, плохо, блин, камера стоит, от окна отражает. Когда от окна я поставил, там вообще ничего не видать. Опа, опа, опа. Непривычно играть этими пушками. Они очень тупые, очень слабые. Вот здесь надо выбирать пальцем. Бинц. Ну, вы можете забилдить любые кнопки. Телепортажка пошла, сейчас будем валить парня. Как-то странно, да, робот ревенант появляется перед противником, но почему-то он поворачивается противнику жопой. И все время нужно ждать вот этот доворот. Очень какая-то странная такая хрень у этого робота. Ого! Я чуть-чуть наискось играю, потому что мне надо голову, блин, ровно держать. Меня заморозили, что ли, да? Так, ну ладно, телепортируемся тогда. О, здесь мы сразу появились лицом к этому Фалькону. Так, ну, все его зовут Фалькон, но я его зову Фалькон.
Опа, давайте, давайте, шкварим, шкварим, шкварим. А есть какие-то у меня там аптечки, можно выпить, да? Зашкварили. Пошли сейчас опять телепортажка. Караване, да, Равана на чем там? Блин, мне вот не могу, смотрите, телепортироваться. Все как-то так хитрожопо, да? Отключают там мне вот эти способности. И мы спокойны. Вот лаги присутствуют даже на планшете Xiaomi Mi 5. Сейчас подлечились. Получаем люлю жесткую. Включаем аптечку. И у меня, оказывается, была еще и пустая обойма. Японский городовой. Сейчас ничего страшного, мы... Блин, вот понятно, кто у нас там обрубал все. Пойдем к нему мочить его. Маяк мы уже взяли, и все. Блин, как голову наискось сложно держать, играть. Ёкарно бывает. Взяли робота минуса и уже побежали на минусе. Ну, конечно, когда ты играешь, не демонстрация, да, на видеоролик снимаешь, а играешь, чтобы людям показать, играешь, вернее, чтобы получать удовольствие и смотришь сам, то да, получается совсем по-другому. Даже я, дурак, наверное, разобрался, как все это подключать. Отрубили мне прицел. Стрелять не в кого. Опять не в кого стрелять. Ужас какой-то. И спрятаться некуда. Все, кранты. Уджан. Я думаю, хорошо видно, да? Взлет. Поворачиваем головой. Назад. Целимся там, пытаемся кого-то убить, туда-сюда, короче. Ну, обойму чисто разряжаем, щит Алика, да, Алик по нам. Возьмем его в ручной прицел, чтобы он не соскочил. Подойдем поближе и попробуем взлететь, если он раньше не умрет. А он раньше умер. То есть попробуем уже взять маяк. Пешком. Пока нам никто не угрожает. Алекс взял скорпиона. Сейчас попробуем огнем помочь. Ну, вот огнем сожгли. Так, так, так. Там Диметр его лечит. И щитом закрывает. Ну, наверное, Диметра будем валить, а как? Все, завалили Диметра. Мы отходим на безопасное расстояние. Хотя там парень может прыгать. Баба Ванга. Баба Ванга, да. О, прикольно. Я криво держу голову, и я прочитал. Кстати, вроде бы как я уже видеоролик снимал по этому поводу, но это было давно. И это было на телефоне. Сейчас мы с вами уже... У меня перезарядка. Огнем его сейчас сожгу, и все будет хорошо. Блин, никому не включил аптечку. Ну, хотя тут некого лечить. В принципе, все, мы выигрываем. И даже на таких... так криво играя, как я сейчас, я думаю, что я буду не на последнем месте.
То есть, по сути, так можно играть в любую игру, то есть забилдить любые кнопки, подключить по Bluetooth или по шнуру. У нас здесь зарядка 26%, то есть он, по сути, 26%, видите, 4% сожрал на игре, потому что вот так вот планшеты быстро разряжаются. Значит, все-таки вот эта вот фигня не работает хорошо, да, чардж, то есть быстрой зарядки там, конечно же, нет, нужен особый блок питания, и вот только тогда будет уже зарядка расти в гору, а не падать. В общем, команда у меня 3,5 миллиона,